Всем привет, дамы и господа! С вами Надюфил, продолжаем прохождение нашей игрушки Cozy Grove. Погнали к просмотру! Давай просыпайся, мой дорогой юный скаут. Ну что ж, у нас сегодня 46-й день пребывания нами на призрачном острове. Ну что ж, давайте помогать нашим друзьям-призракам. Октавия Мишкинс, ты у нас первая. Ну вот опять. Я спустилась сюда, чтобы покидать камешки, но я их забыла. Придется сидеть и представлять, как я кидаю камешки. Ну понятно, с этим делом мы разберемся. Спячкинс, тебе нужна помощь? Буду краток, дружище. Ферма в беде. Когда я перебирал гору из старых одеял и банок с оленями, то заметил бесов. Рискнув предположить, что тебе надо объяснять, не надо объяснять, чем это чревато. Так бесы же безобидные. Эти бесы – прирожденные хапуги. Только и делают, что ищут способы из чужого колодца напиться. Они у меня тут все растаскали. Все-таки, может быть, тебе вещей поменьше? Сейчас мне некогда заниматься сокращениями, дружище. Мне надо защитить свою крепость. И ты знаешь, и ты меня знаешь, я за мирный способ решения проблем. Может, если мы достанем достаточно бесовской еды, у нас получится переманить их в другое место? О-о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 -
Сейчас мы посмотрим. Так, нам надо 25 корнеплодов и 25 муки. Все, я понял. Так. 25 корнеплодов. Так, вот вроде должно нормально хватить. 25 корнеплодов. И муки. Оп, обратно туда. Так. Сжечь. Нам надо сжечь. Ух ты, 63 корнеплода. Будет 24. О. В принципе. А вот этот вот. Сейчас мы один отделим. 3. Ну вот как раз. И все это дело сожжем. И 25. Самое то. Корнеплоды на место, картофан и мука. Держи, Спячкинс. Ого, да это же целая куча бесовской еды. Напоминает пампушки, которые Маланг готовила для окружной ярмарки. Крахмалистые, сладко-соленые, обжаренные в масле. Они всегда были на расхват. Я собирался использовать их как приманку для бесов. Но может лучше оставить себе? У меня для тебя кое-что есть, дружище. Я нашел в своей стопке писем странный красный конверт. Без адреса. Может, бесы у кого-то стащили? Уверен, ты разберешься. Ну, конечно, я разберусь. Куда мне деваться-то? Все, отлично. Собираем все монетки. Ну, почти все. Здесь у нас что? Ууу, как раз. То, что надо. Так, Клайд. Тебе помощь нужна? Нужна. Я уже несколько дней не сплю. Сон для слабаков. Как только я закрываю глаза, вижу два слова. Бесовской шик. Бесы не просто наша клиентская база. Это наш бренд.
Нам нужно поднять их престиж. Возьми у местных бесов несколько образцов одежды. Хм. Так. У беса. А, все, у бесов. Побегаем, посмотрим, поищем у них. Так. Эльсон. Я тут на днях болтал с одним из своих постоянных клиентов и услышал весьма аппетитные новости. Кума Ватанаби, знаменитый ресторанный критик, недавно был проездом в уютной роще. Он ведет себя очень скрытно, даже для призрака, но мне кажется, я видел ее на своем грандиозном переоткрытии. Она откусила несколько маленьких кусочков и выплюнула, прямо как сомелье, когда пробует вино. Я даже не знала, что ресторанные критики так пробуют блюда. Здорово, правда? Не терпится прочесть ее отзыв. Ну, думаю... Немножечко ты провалилась, подруга. О, Шарлотта. Я тут вспомнила, какие поделки мастерила в детстве. Есть одна, которую я хочу повторить. Составишь мне компанию? У меня есть почти все, что нужно. Осталось найти всего несколько вещей. Все, держи. Отлично, теперь все это соберем. Ха, не так интересно, как я думала. Очередная поделка юного скаута. Смотри, он дал побочный продукт в виде эссенции. Побочный продукт в виде эссенции. Так. Чувствую, надо палаточку нашу расширять. Так, купить. Давайте мы у тебя. Вот это прикупим. Купим. Все, купим. Бобы возьмем. И сольку. Отлично. Так. Стоять, стоять, говорю. Че у тебя? Все, у тебя шмотка. Отлично. Джереми. Привет, мини-мастер. Сегодня я хочу сделать что-то особенное. Устроить пикник. Достанешь мне кое-какие ингредиенты? Все есть. Держи, конечно. Так. Держи. Фрукты держи. Ах, ну ладно, придется дать орехи. Очень мило с твоей стороны, спасибо. Готовить еду все равно, что мастерить вещи. Нужны терпение и аккуратность. Вот, держи, новенькая корзина для пикника. Грибной батон, маринованные фрукты. Так, давайте-ка в рюкзак скинем и рецептик посмотрим. Так, положить нам надо тебя, тебя и сольку. Грибной батон. Никому не нужен. Ага, вижу. Тебе нужен грибной батон. Стоять. Тебе. Нет. Тебе просто батон нужен. Ну, значит, придется его положить туда же. И конверт. А это пока мы оставим. Так. Что у нас тут еще? Рабочий табурет. И шоколадный тарт. Учим рецептик. Все, отлично. Старая монета. Камень кварца. Так, тебе помощь не нужна, капитан. Где там наша Франческа? Ей-то 100% нужна помощь. Франческа Дюпла. Один из тисов в последнее время захандрил. Думаю, золотые листья помогут ему немного взбодриться. Рядом со статуей из песка позади чего-то. А где у нас статуя из песка? Вот здесь. Но позади чего-то. Будем искать.
А вот и лист. Все, отлично. А пока у нас есть задание, побежим далее. Опа, опа, опа. Ну-ка, стоять, говорю. Все. Шмотки мы собрали с вами. О, дорогой друг Шерстоспин, что у тебя есть? О, доставка выпечки кимчи. Получаем. Идем, отнесем нашему капитану. Новые блюда. Так. Монетки дособерем. Какие не собрали. Так, и добавляем в коллекцию. Отлично. Ну все, соленья мы теперь нашли все. И это очень прекрасно. Так, у нас скопилось уже очень много кварца. Поэтому предлагаю часть продать. Сейчас мы быстренько хотя бы до 800-700 убавим и продадим кварц. И потом улучшим нашу палатку. А, вот так вот и оставим. Все. Ага, 23 не хватает до 500. Ну, хорошо. Еще быстренько сейчас жбахнем. Перебор. Так, не туда. Вот. И оп, все, пятихаточка. Переработать. Все, отлично. Теперь у нас будет очень много места в палатке. Так, значочек. Отлично. Драгоценные камни. У-у-у, надо в коллекцию его внести. Пока рядом находимся, быстренько отнесем. Так, добавить. Получить подарок. Благородный камень. Изучаем наш рецепт. 5 драгоценных камней стоит. Все понятно. Так, места у нас там, я понимаю, сейчас маловато будет. Ага. Ну, в принципе, сейчас мы этому отдадим, нашему Клайду, одежду. У нас освободится 2 ячейки сейчас еще. Да, я могу это продать. Свою комиссию за оказанные услуги получишь в ближайшее время. Что? За выполнение всех этапов нашего плана тебе нужно просто сказать спасибо? Отличная работа. Ты как семья, которой у меня никогда не было. Горжусь тобой. Что за дети пошли? Все-то им нужно. Ну ты стервец, конечно, Клайд. Стервец. Отлично. Ну, жадный стервец. Чуть-чуть монеточку накидал. Вот, зелень. Зелень, это хорошо. Так, Арджун, а ты чё грустишь? Тебе не попадались мои инструменты? Я тут пытаюсь починить фургончик. Ну, ты в своем репертуаре. У сумок из пакета. Все, я понял, куда надо бежать. Опа. А у тебя камушек для нас. Урсула Пейн,
Разве садоводство это не здорово? Ты сажаешь семечко, а солнечный свет, вода и время превращают его во что-то жизненно необходимое. Не знаю, кому нужна моя помощь, но этот раз так что положусь на свою интуицию садовода. Давай посадим фотоаппарат. Так, живущим в камне. Дерево живу рядом с деревом, живущим в камне. Это где, интересно? Так. И, кстати, надо сейчас беса быстренько догнать. Стоять. Вот это мы сейчас соберем тоже. Иди сюда, дружок. Все, попался. Ну, еще. Давай, давай, собирай все. Отлично. Фотоаппарат. Был рядом с деревом, живущим в камне, скорее всего, в куче грязи. Ха-ха-ха-ха. Это где-то здесь или нет? Я не пойму. Так, у нас тут еще артефакт. Ладно, с этим мы сейчас разберемся. Пока Арджуну отдадим. Спасибо. Интересно, эта старушка еще побегает? Конечно, побегает. Может быть, наверное, или нет. Так что это не факт, что она побегает у тебя еще. Кстати, листик. Отлично. Так, в палаточку мы переложим. Перекладывать мы будем тебя. Тарт. Тоже место есть под тарт. Все отлично. Так, сейчас заберем еще, что мы тут оставили. Давай, все забирай. Сейчас скинем в костер наш. Вот это и вот это. Рецептик мы изучаем. Забор. Любопытный бамбук. Так, и начинаем наши поиски. Пирамиды из камней. В осколках разбитой урны. На пляже. Здесь пирамиды из камней. В осколках разбитой... А, вот же они. Прям на ним стою и не вижу. Так, курятник. Здесь у черепа на колу беса. Со скамейкой для влюбленных. Ага, все. Пробегаем сейчас по нашему пляжу. Так, ты что тут? Отлично. Скачущий камень мы забрали. Пока один. Где у нас еще? Так, здесь что у нас? Кыш. У скамейки для влюбленных. Так. Куча грязи. Вот здесь может быть? Нет, тут картошка.
Интересно. Очень интересно. Так. Ну ладно. Со скамейкой для влюбленных. Для влюбленной позади чего-то. Скамейка. Позади чего-то. Ха, где? Как тебя найти-то, ёшкин ты кот? Мы спросим помощи у нашей подруги. Шарлотта. Покажи-ка мне координаты спрятанного объекта. Это ты меня куда сейчас направляешь, дорогуша? Ага. Ты мне сейчас показала беса. Ладно, я понял. Около курятника. А где у нас курятник? У тебя может быть курятник? Нет. А у кого был курятник? Ой. Не у тебя, Михайло Трам. Да вроде не у тебя. У Арджуна нету. Да, с камнем, конечно, это тяжеловато будет. Так, ладно. Мы люди не гордые. Мы еще раз помощи попросим. Ну-ка еще нам давай координаты. Так, ну это лист. Это курятник? Рядом с фотобудкой. Хо. А где у нас фотобудка? Фотобудку я видел. Ну как, фотобудка? Это не фотобудка, конечно. Но вот она. Со скамейкой для влюбленной опять. Да ёшки ты. Еще тут один лист. И там, получается, у нас крайний мы сейчас найдем. Со скамейкой для влюбленной опять. Где-то здесь ведь. Сто пудов. Только непонятно где. Оп, нашел. Значит, вот где. Может, тут на самом... Так. Да понятно, это если что, я спрошу. Так. Ладно. Бог с ним. Пошли у этой. У Дюпла сейчас посмотрим. Отдадим ей заданице наше. Дюпла. Это наверняка поможет. Иногда все, что нужно, это немного внимания. Но понятное дело. Куда ты там пандавал опять? О-о-о-о-о. Монет, конечно, много, я не спорю. Надо все это пойти и отнести теперь дело. Так. Яблоко, груша, лимон, нельзя. Отлично. Так, Шарлотта, ну-ка, что-то она может предложить.
Сейчас покажет нам фотоаппарат. Нет. Камень. Скачущий камень. С верстаком. А где у нас был верстак? Правильно. Верстак у нас был у Хмурфеля. Все, бежим к нему. Вроде как бы. Вроде был у Хмурфеля верстак. Или я путаю? Здесь? Нет, не здесь. А где тогда? Рядом с верстаком, позади чего-то. Рядом с верстаком. Ха-ха-ха-ха. Вот он. Все, нашли. Так, дерево заодно сейчас потрясем. Все, шикарно. Бежим к нашей дорогой Октавии. Держи. Что у тебя там? Скачущие камни, да? Думаю, это как раз то, что мне нужно. Спасибо. Да не за что тебе. Ты мне подкинула ракушку. Ракушка мне это прям нужна. Окей. Окей. Так, Шарлотта. Не знаю. Давай, показывай, где находится фотоаппарат этот, который мы найти не можем. Вот как я должен был догадаться, что он находится там. Вот как? Я бы вот в жизни не догадался. Мне кажется. Так я и думал. Фотоаппарат хоть сейчас сажай. Но чей это фотоаппарат, сложно сказать. Может, просто посадить и посмотреть, что вырастет? Ну, тут уже сама решай. Хочешь сажай, хочешь не сажай. Сама разбирайся, дорогая подруга. А вот за монетки тебе огромное спасибо. Так, ну что ж. Всем помогли, чем смогли. Так что давайте палаточку нашу прокачаем теперь. Так, 200. Отлично. Вообще теперь крутяк. Палатка просто бомба. Держи, но да есть, есть бревна. Держи еще бревно. Может рядом, может нет. Держи. И держи последнее бревнышко на сегодня. Ну что ж, мои дорогие друзья, а у нас на сегодня все. Спасибо, что смотрите, лайкаете, оставляете комментарии. Спасибо вам. Не забывайте подписываться на мой канал, подписываться на мой другой канал на Яндекс.Дзен, кому это удобно. Самое главное, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Счастья вам, здоровья, любви. А с вами был Надифил. Всем до скорых встреч, мои дорогие друзья.